Это рассада капусты, вот так она у нас выглядит на сегодня. Это гладиолусы на проращивание, я так делаю всегда, я вам говорила уже об этом. Это рассада томатов, дорогие друзья. Погода непредсказуемая, поэтому вот на вторых полках рассада себя чувствует просто великолепно. На первые полки приходится вот все-таки ставить это капуста, может быть, какие-то цветы. Вот такая вот рассада. Вот видите, она как выглядит сейчас на 19 апреля. Она не переросшая. Вот вся такая вот, как бы будем говорить, да, коренастенькая. Прям хорошая рассада. Это не какие-то там бабабы, да? Вот, рассада выглядит хорошо. Поливаем ее уже из шланга обычной водопроводной холодной водой. Сейчас пасмурную погоду, температура в теплице плюс 22 градуса. Форточки все закрыты, потому что у нас пасмурно и холодно. Отопление днем отключаем. На всякий случай ночью у нас работает одна инфракрасная лампа, 1 киловатт. Дорогие друзья, сейчас я вам хочу показать, как у нас себя чувствуют бройлеры. Вот видите, им настолько тепло, что они даже из-под ламп расползлись. Вот такая клетка. Клетка утеплена мешковиной, здесь очень-очень тепло и им комфортно. Поставили поилку-перевертыш, потому что ниппельных, несмотря что ниппельные поилки, за ночь они выпивают много воды, и воды им не хватает. Вот такие вот бункерные кормушки. Вот, вот так себя чувствуют цыплята. Если вы видите, им не холодно, абсолютно им не холодно, они чувствуют себя просто великолепно. А, кто-то написал мне, что на полпость стелили бы хотя бы пеленку. Ни в коем случае нельзя этого делать, потому что птица может склевывать свой помет, и это как бы очень плохо для ее здоровья. Так, вот, смотрите, какой вот, ну, хорошие бройлеры. Так, сейчас я вам покажу других бройлеров. Это еще у нас одна клетка. Здесь тоже находятся бройлеры. Клетка, если видите, она вся утеплена, вся затянута мешками. Поэтому здесь никакого сквозняка. Здесь очень птице комфортно. Также висят ниппельные поилки, кормушки вот такие. Дело в том, что сейчас цыплята пропаиваются уже витамином. Витамином. Гамматоник. Вот. Ну, здесь еще, правда, у нас цыплятки есть такие, просто дворняшки, немного. Это мы просто докладывали яйца. Кто-то мне написал, что нельзя держать обычных кур с бройлерами. Почему? Абсолютно не знаю. Держим, и ничего как бы страшного не случается. Вот так они себя чувствуют комфортно. Это, конечно, комфортнее, если они будут сидеть в брудере дома. Дорогие друзья, вот так выглядит крыжовник. Он еще не цветет. Пока еще в стадии у него только листочки. Поэтому, дорогие друзья, кто не успел обработать крыжовник, обрабатываем с топазом. С интервалом хотя бы в 5-6 дней. Обрабатываем двукратно. Это делается от болезней и от мучнистой росы. Способ очень хороший, и он всегда работает. Дорогие друзья, это наш бассейн. Очень много задавалось вопросом, в каком он состоянии и что вообще, как и чего. Но я ничего не могу понять. Когда начались первые морозы, мы увидели, что из-под него как бы потекла вода, потому что мы оставляли в нем немного воды. Мы подумали, хотя и доски кидали, и канистры ставили, все делали, мы подумали, что его расперло или его сожрали мыши. Но потом сейчас, каково наше удивление, что... В общем-то, сухо, бассейн не течет. Что это было, я не знаю. Для меня это остается загадкой.
Приветствую всех на семейных посиделках. И сегодня для вас, дорогие девчонки, мальчишки, хочу рассказать, что сегодня я буду готовить на ужин. А на ужин я буду готовить следующее. Рыбку под маринадом, но буду делать ее необычным образом. Значит, что в состав маринада входит? Это морковка, мы ее потерли на крупной терке, налили в сковородку растительного масла. Морковка, лучок и мелко порезали огурчик. Огурчик может быть маринованный, а может быть и соленый. Ну, здесь уже у кого какой есть. Добавляем томатной пасты и ставим тушиться маринад. Самое главное, дорогие друзья, именно томатная паста, не забывайте, она очень любит сахарный песок. Так как тут огурцы, я маринад не присаливала, но добавила сахарного песка. Пробуем на вкус, поэтому вкусы у всех разные, пробуем и подгоняем под себя. С какой я рыбой буду делать? Рыба это у меня сегодня будет стейк зубатки. Как я буду поступать дальше, я вам расскажу. Пока у меня еще только готовится маринад. Маринад, чтобы не подгорал, немного надо добавить воды. Следите. Когда жидкость выкипает, добавляйте немного воды. Тушите маринад при закрытой крышке. Пока маринад готовится, я подготовила рыбу. Ее я обваляла с двух сторон в муке. Как я поступаю дальше? Я делаю вот так. Небольшое углубление в маринаде и раскладываю рыбку. Рыбка, получается, лежит поверх маринада. Сверху рыбу необходимо залить немного водой. Вот так мы поступаем. Все, залили. Теперь необходимо закрыть крышкой и готовить рыбу на медленном огне до полной готовности. Когда рыбка с одной стороны будет почти готова, вы ее аккуратно переверните и готовьте до полной готовности. Вот такое сегодня у меня будет вкуснючий ужин. Так, а вот это что, мне приспандорить что ли его назад? Ну вот, сюда, видишь, какие-то гайки. Надо искать, вот еще вот тут, вот сюда. Вот она одна валя, вот Ивонна. Где? Вот, вот он. Ивонна. Так, а болт... Ай, ёк, ну-ка. Болт торчит. Ну, я знаю, да. О, девчонки, вообще не знаю, против кого голосовать. Вообще, девочки, против кого голосовать будем? Не знаю. Цветочки уже распускаются. Не могу сообразить. Ладно, давай, пробуем. Если не пробовать, то ничего не получится. Надо прям просто поначать и попробовать. Попробуй, джага. Я даже не могу понять, как они держались здесь, на чем. На какой хрени они держались. Я примерно представляю, что она вот так как-то закреплялась. Вот это вот так. Это вот так. Больше я ничего не помню. Шотцы вот это такие. Это вот так, я так подразумеваю. Угу. А, я все понял. Все, я понял. А вот эта балабесина вот так вкручивалась. Все, я один комплект нашел. Все, я понял. Один комплект я нашел. Все, я вспомнил. Один вот такой комплект, а одну детальку надо сейчас искать, потому что что-то непонятно. Вот здесь есть такая. А здесь где? А вот это спроси, вот это вот так и вот так. И надо искать сейчас еще две зеленые детали. Вот еще есть. Ага, все. Так, болтик есть там, все? Да. Соединялка? Мне кажется, нету. На хлобучке одной нет. Ищем пока на хлобучку. Это, барашки. Ищем барашек.
Зеленый. Зеленый барашек. Нашел? Окей. Так, значит, потом вот так надо это все сделать. Сначала я этот край сделаю сейчас. Болтом. Ты вставил? Закрутить. Ну. Надо потуже закрутить, пап, да? Все. Я знаю. Все. Немножко на себя. На себя?